Добрый день! Сегодня 15 июля, и вы смотрите канал «Лето на даче». Сегодня последний день убывающей Луны, далее следует новолуние. А все мы знаем, что на убывающей Луне соки и энергия растения направлена внутрь, поэтому корешки очень чувствительны в это время, а надземная часть слабо реагирует на повреждения. Поэтому хочу сделать обрезку петуни именно сегодня. Не все петуни нужно стричь. Если петуния выглядит хорошо, держит форму, например, как вот эта петуния, плотная шапочка, нигде ничего не вылезло, не развалилось, то такую петунию стричь не нужно. Мы берем для стрижки только те петунии, которые потеряли декоративность. Вот на примере вот этой петунии Wave Pink будем производить обрезку. Как вы видите, декоративности нет, она вся развалилась, поэтому мы ее сегодня обрежем, чтобы продлить цветение, и создадим форму шапочки. Итак, подрезаю не слишком коротко, вот так, наверное, на треть, может быть, где-то наполовину, в зависимости от того, какие побеги куда вылезли. И еще, конечно, ориентируйтесь на свой регион. Если у вас погода стоит шикарная, то она успеет, конечно же, вырасти, поэтому можно чуть короче. У нас очень холодная погода, ночью плюс 10, поэтому моя петуния, думаю, не успеет хорошо нарастить зеленую массу, поэтому слишком коротко стричь ее нельзя. После того, как мы ее обрезали, мы ее не оставляем в таком состоянии, а обязательно помогаем ей подкормкой азота. Это для наращивания зеленой массы. Берем, самое простое, это карбамид, в его составе только азот. И кормим или 10 грамм на 10 литров воды по листу, или 20 грамм на 10 литров воды и под корень. И через 3 недели вы свою петунию не узнаете. И чтобы знать, чему мы стремимся, показываю вам результат прошлогодней обрезки. Это опера лилак. Я ее обрезала 17 июля. Подкармливала карбамидом по инструкции, так же, как вам рассказала. И вот хочу показать вам, как она стала выглядеть на 17 августа. Зеленая масса утроилась, побеги стали пышные, длинные. Габитус 90 сантиметров нарастила эта петунья. Побеги больше метра. Но правда же красота. Поэтому есть для чего делать эту обрезку. Наглядно показываю вам результат.